Так. Дегустация колбаски. Нас. Изобилие сегодня. Смотри. Давай. Раз, два, три, четыре. Пробуем вот эту. Вот эту сперва, с перчиком. Ну как? Из пяти сколько баллов? Я еще не знаю, на что не попало. Два балла. Нет, три. Три? Мне кажется, четыре. Вот это четыре пускай. Да? Вот это давай. О, это вот эта колбаска, да? И грибочка. Какая там колбаска? Грибочками ее, да? Тоже грибочки. Из 5-9. Грибочки вообще вкусные, но мы сегодня дегустируем колбаску. Так, вот следующее. Пошли. Вот это. Вот это. Марку не будем называть? Не очень вкусная, мне кажется. Запах. Как будто орешками пахнет. А может, она с орешками? Нет, не видно. Нет, она с кириешками. Ну как? Какая вкуснее из двух? Ну, пока вот эта вот. Вот первая, да? Ну, это кажется, выбрасываем собачкам. Да, чтоб вкус, отдадим. Чтоб вкус перебить, это вместо имбиря доширак. И третья колбаска маленькая. Четвертая. Самая. А почему? Раз, два, три, четыре. А, там два разных? Здесь две разновидности. Ты не видишь, что ли? Так, а теперь вот это вот. Ты как сможешь? Перепарился парень, что ли? Давай. Давай. Мы неподкупные, нам за рекламу не платили. Нам верьте. А вот как? Ну, тоже вот неплохая. Но на первом месте кто? На первом месте вот какая? Это вот. Вот с перчиком, это? Да. Так что покупать вот такую колбаску вот, вот с таким перчиком. Вот такую вот? Да. Упаковочку там какая-то. Не скажем пока. А вот это не берите. Это как передача же есть какая-то? Какая? Ну такая какая-то. Не помню. Какая-то передача. Да, короче, все вкусно, мощь. Я наелся колбасы, пошел. Пошли в баню. Да.